Ночные рубашки, пижамы, категория экстра, это у нас Германия. Так, 100% хлопок указан в составе, размер 44-46, то есть получается примерно 50-52 в России. Еще одна ночная рубашка, тоже хбшная, размер указан М. То есть примерно 46-48 получается. Так, тут уже лайкра, полиэстер. Размер XL, 48-50, это, кстати, по-моему, халатик или пижама. Что-то такое. Так, весит данный лот 20 килограмм. Сейчас мы все подробно рассмотрим. Марка Канда, размер, правда, не указан. Давайте поищем здесь бирку. XL. Размер XL, европейский 48-50, то есть получается примерно 54-56. 100% полиэстер указан в составе. Здесь хлопок. Размер 48-50. То есть тоже примерно 56-54 российский получается. Так, хлопок. Размер 40-42, то есть примерно 46-48 российский. XL. Размеры пока вот большие. Тоже хлопок. Примерно 56-54 российского размера. Здесь тоже хлопок. Размер, правда, не указан, но, по-моему, небольшой размер в данном случае. Так, хлопок. 44-46 европейские размеры. Получается 50-52 российские. 100% хлопок дают. Есть такая надпись на бирке. Далее еще одна ночная рубашка. Европейские размеры 50-52, то есть 56-58 российский получается. Хлопок, и тут тоже вот хлопок. Размер XL. Хлопок, М-ка, 100% хлопок. Размер примерно 46-48 российский. Маечка вроде, что-то такое, да, тоже хбшная. Размер небольшой. Так, здесь у нас полиэстер 100%. Размер, правда, я не вижу, но хлопок. По-моему, 50-й, давайте взглянем на бирку. Но ее, к сожалению, нет. А, нет, есть. 48-52. 100% хлопок указано в составе на бирке. Ночные рубашки, пижамы. Пока вот в основном только ночные рубашки. Пижамы с вами еще не видели. Но обычно они бывают. Так, это хлопок, размер большой. Еще одна ночная рубашка. Тоже хбшная. Размер, по-моему, средний, небольшой в данном случае. Так. Сейчас, не знаю даже, какую сторону показать, а вот так оказывается. 158-164 сантиметра здесь указан рост. На бирке следующая информация. 100% полиэстер. Размер не указан. Так, тут тоже полиэстер 100%. Вечернее платье, могу даже сказать. М-ка, размеры 40-42. 100%, нет, 50% хлопка здесь, 50% модуль указан в составе. Так, далее. Размер, к сожалению, не читается. Вот тут есть пятнышко. Даже три. Раз, два, три. Тут тоже маленькие пятнышки есть. Так, полиэстер. Размер маленький. S-ка. Это хлопок. Размер маленький. S-ка. Два XL. Так, хлопок. По-моему, 100%. Да, 100% хлопок. Размер указан европейский. Так, 46-48, по-моему.
То есть 52-54 российские размеры. Это ХБшка. Так. Если все бирки начну смотреть, много времени займет. Примерно 52-54 хлопок. 44-46 элька, тоже хлопок. В основном пока ночные рубашки, пижам практически не было. Ткань натуральный, хлопок преобладает. Полиэстер и синтетики поменьше, но все же есть. Вот тоже хлопок. Так. Маечки, кстати, тоже встречаются. Но в основном все-таки ночные рубашки. М-ка, хлопок. 38-й, то есть S-ка получается. Марка H&M, хлопок. 46-48. Российские 52-54. Пижама ХБшная. И вот, кстати, первая полноценная пижамка у нас большого размера. 54-й здесь указан. И штанишки. ХБшная пижама. В составе хлопок. Так, еще один, по-моему, комплект. Да, еще одна пижама. 38-го маленького размера. Тоже, кстати, 100% хлопок здесь. Состояние хорошее. Ночная рубашка маленького размера вроде. С хлопка. 5N нет. Так, 46-й указан европейский. Хлопок соответствует 52-му российскому размеру. По поводу бронирования, пожалуйста, пишите Эльвире или звоните по номеру телефона 8 800 2007 127. Хлопок. Звонки бесплатные по всей России. Еще одна ночная рубашка, тоже хлопок в составе. Так, пижама, 100% хлопок, размер 44 указан. Такая вот новая пижамка. Полиэстер, размер 36-38, то есть маленький получается размер. Эска, точнее. Так, ночная рубашка ХБшная. Напоминаю, что это Германия, категория экстра. Данный лот весит 20 килограмм. Размер 44-46, хлопок. Это, по-моему, пижама. Полиэстер, бирка срезана, размер небольшой. Так, ночная рубашка. 46-го размера, тоже ХБшная. Очень плотная, теплая ночная рубашка. Размер XL. 100% хлопок. Картон указан на бирке. Так, футболка. Среднего размера. М-ка. Ну как футболка? Длинная футболка. Примерно 46-48 российского размера. Пеньюар. Это полиэстер. Так, хлопок. 100% размер указан 48-50, то есть получается 54-56 российские размеры. 100% хлопок 48-50, 54-56 вновь. Так, тут уже полиэстер, размер большой. Этикетку не вижу, бирки нет. Хлопок примерно 50-й, по-моему, российский здесь, если не ошибаюсь. Размер, к сожалению, не указан. Хлопок. Ну, наверное, 52-й, 54-й, где-то так. Эска. Написано. 44-46. Хлопок. То есть примерно 50-го российского размера. Если обратили внимание, то есть в основном, да, 48, 50, 52, 54. Вот такие размеры преобладают, даже 52, 54, наверное. Хлопка больше, нежели синтетики.
В основном ночные рубашки, пижам мало, просто иногда бывает вот в этих мешках где-то пижам побольше, где-то ночных рубашек побольше, хотя позиция называется ночные рубашки. Так, трусики новые с этикеткой размер М. Это пижама. Тоже с хлопка. Так, вот тут, смотрите, есть небольшой брак. Или большой брак. Размер L, полиэстер. Ночная рубашка ХБшная большого размера. Так, надеюсь, нам все вылезает, все видно. В кадре имею в виду. Так, 100% полиэстер. Вот тут тоже, кстати, полиэстер. 100% размер 52 указан, но это уже пижама. Так, хлопок, размер маленький указан S. Тоже хлопок. Ночная рубашка марки Триумф. Бирку с размером, правда, срезали. А здесь средний размер, 40-42, европейский хлопок. Примерно 46, получается, 48 размера данная вещь. Здесь 44-46 хлопок. Прикольная ночная рубашка. Примерно 50-52 российского размера в отличном состоянии. Так, 44-46, то есть примерно 50-й, по-моему, размер. Тоже ХБшная. ХБшная ночная рубашка. Так. Еще, оказывается, есть немножко, я думаю, уже заканчиваем. Осталось чуть-чуть. Хлопок. 100% размер 44-46, то есть получается примерно 50-52. Так, это пижама среднего размера М-ка. Новая пижама. А, есть износ, видите, воротник уже растянутый. Размер 64-66. Мужская футболка большого размера с износом. Так, еще одна ночная рубашка большого размера. 44-й. Указано здесь, это пижама. Напоминаю, что это ночные рубашки у нас. Германия, категория экстра. Весит данный лот 20 кг. Вот еще одна пижама. Это были шорты и футболка. М-ка. Размер средний, то есть примерно 46-48. Так, вот тут грязно, то есть где-то пролежало. Именно линия проходит, по складкам заметно. Размер 50-52 указан на бирке. Так, ну и последняя ночная рубашка из этого мешка. 44-46, 100% хлопок. Российский размер получается примерно 50-й, 52-й. И на этом все.